Всем привет, с вами Америкошка, и сегодня мы продолжаем играть в игру The Cave. Это уже вторая часть. Вам, наверное, пофиг, ну ладно. Давайте возьмем сосиску. Если вы не смотрели первую серию, то посмотрите. Там, надеюсь, было весело. О, мужик что-то заговорил. Я куда дрёп... Опа, и они прискакали здесь. Смотрите. Нет, это нельзя взять, он плывет. Вот он, мачо с открыткой. Он любит чесать позы. Блин, задолбал голос за кадром. Ты можешь... Опа-на. Чё-то вообще не врубился. А, типа еще один нужен. Ну ладно, давайте пучком. Пучок, ты где? Блин, а робот заржавеет, ну ладно. Пусть ржавеет, мне чё. Опа. Во, картинка. По-любому про эту, про сосиску. Вот прям как чувствую. Вот, смотрите. А, это этот. Возможно, это тот этот мужик. Стоп, это типа это? Вот, короче, он тут. А, помните, я еще рассказывал, что, короче, вот это вот. Вот это вот. Стоп, а о чем я еще в той серии раз. А, то, что лошадь пукнула ему в лицо, и он не отдышался. И, короче, вот, все, он задохнулся от. От запаха лаванды. В общем, я не знаю. Пойдемте дальше. Так. Так. Тарзан, поднимайся, человек сосис. Он с открыткой. Он хочет подарить это своей жене. А чё, он не хочет... Ой, она, точнее, не хочет брать, что ли? Возьми коробку-то. Назад, назад, назад. Да куда ты идешь? Ты назад иди. Иди назад, я сказал. Назад, назад иди. Назад, назад. А, во, все, пусть назад идет. Бррр. В замедленном действии. Так, во, все, побежали. Тин-тирин-пам-пам-пам. Тим-трим-пам-пам-пам, тим-трим-пам-пам-пам. Так, где человек сосис? Блин, бля. Он так что блёванул. Побежали сюда. Угу. Это что такое? А, это типа на трое встать. Ё-моё. О, он еще не заржавел, прикиньте, грёбаный этот рыцарь. Он так гордо бежит. Ой. Фигли робот сдох, он должен помяться, и все, он дальше побежал. Это Бендер, во, все, это Бендер. Бендер пучок и кто сосиска, они созданы друг для друга. Да, отпусти ты, фу, брось ее, во. Ей понравилась эта коробка, она будет туда складывать свои глаза. Во, открылась. Стоп, надо человек с сосиской бегать. Он самый веселый тут. Всегда берите сосиску. Потому что он всех порешает. Опять голос за кадром. Да ты надоел. Ой. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы видели? Вы видели? О, все. Тут ничего нету. Уи. Угу. Понятно. Да хорош балакать. Все равно не понимаете. Ты на английском что-то балакаешь, а я тебе не англичанин, фигу. Сбалилес. Научись говорить по-русски. Тогда я тебя пойму. Хоп-хоп-хоп. Отпусти. Все. А что, нельзя туда пройти, что ли? Понятно. Ты что бросил открытку? Возьми открытку. Во. Так, извините. Ага. Ребят, что тут делать надо? А, вот тут дверь. А, нет, тут дверь нет. Блин, стоп. Сосис стоит тут. Значит, мы пучком сначала пробежим. Странно. А куда ж тут бежать тогда? Так, тихо. Падай, падай. Падай. Да чё ты сделал-то? Угу. Угу. Смотрите, она, главное, одну руку в карман засунула. А это чтобы это штаны не спали с неё, она и потянула их сюда. Блин, я опять забыл время засечь. Блин, это я примерно минут 5 уже снимаю. Ну ладно, минут еще 15 где-то. Так, ладно, поехали. Так, муж и жена встретились.
И они охренели, когда увидели друг друга. Офигеть, офигеть. Что тут делать надо, ё-моё? Стоп, я знаю. Тут человек сосис все знает. Я знаю, человек сосис все знает. Я сочиняю рифмы для человека. Волны. Я-йоу. Мяу. Трехзубый орангутан. Надо туда пройти как. Опа. Ту-ту-ту-ту. Это такой мэн, типа. Тун-тун-тун. Тун 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 ту ду тун тун ту ду ту ду тун 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 ту ду тун тун ту ду ту ду. Так, ладно, ладно, ладно. Успокоились, успоко. Да стоп, залезь ты. Во. Молодец, умничка. Так, побежали сюда. Чё-то вообще, ребят, не врубаюсь, чё почём тут? Чё тут делать-то, а? The cave. Cave tour. Ага, стоп. Надо подумать. Ага, значит, у нас там робот есть. Сейчас мы что-то роботом должны сделать. Вот по-любому. Вот не зря там робот стоит. Не, зря он там стоит, конечно. Ну ладно, пойдемте сюда, вниз, к телочке. Я знаю, Бендер. Бендер тут общается с этой тетенькой. Как ее зовут? Я уже забыл. А, Пучок. А, Бендер общается с Пучком. О, возьми открытку. Стоп, а я чё это не взял? Блин, ребят, мы забыли, знаете, как что взять? Монтировку. Блин, вот прям как хотел монтировку взять. Все, рыцарь умрет сейчас. Надо ему гробик выкопать. Давайте ему где-нибудь. Вот тут вот. Ты можешь лечь как-нибудь? Выкинь. Выкинь. Открытка. Открытка. Не открытку. Выкинь. Выкинь. Ай, извините. Спать что-то хочу. Я опять в микрофон подышал. Ой-ой. Если были неприятные звуки, извините тоже. Так. Значит, что у нас тут есть хорошего? Нифига у нас ничего тут нет хорошего. А теперь Бендер изменяется с сосиской. Ха-ха. Стоп, робот не горит. А, не горит. С каких времен робот горит? Тихо, не беги туда. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Офиг... Да ё-моё, да чё за фигня-то, а? Чё он падает туда? Не падай туда. Ладно, человек с сосиской побегаем. Вот самый офигенный персонаж, ребят. Кто будет играть в эту игру, бери человек со... Вы видели только что, как он пролагал? Чё это только что было? Блин, и так было эпично, когда он подлагивал. Странно, 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 странно. Так, чё ж тут... Чё же тут... Блин, чё? Ты не хочешь огонь взять? Блин, и чё тут? Как? Так, та. А давайте сделаем вот так. Уи. Не, конечно, не так хотел сделать. Может, там что-нибудь надо... Вот, сейчас, погодите. Я, кажется, понял. Может, там несколько человек должны повиснуть на этой фигне? Где Пучок? Пучок, беги. Повиси на этой фигне. Смотрите, она крутая какая. Вот сейчас она спустится, хоп, и на одной руке. Блин, ну она мэн вообще. Это не женщина, это мужчина. А я, по-моему, говорил, да? Да, я говорил, что это мужчина, ну ладно. Так. Блин, какой у нее пузо. Смотрите, у нее на сосиске вскочил флюс. Блин, забыл контакт закрыть. Погодите, вернусь через мгновение. Так, я тут. Итак, что ж тут делать надо? Вообще не врубаюсь, что тут делать надо. Может, в YouTube залезть, что ли, посмотреть? Да, наверное, лучше в YouTube посмотрю сейчас, что почем там. И сразу же к вам вернусь. Вернусь тоже через час, через мгновение, точнее. Так, я снова тут. Я, короче, не понял, но тут есть, короче, какая-то способность у рыцаря. Я офигел, когда я смотрел и узнал, что у него есть способность. Они тут Дарк Вейдеры, что ли, какие-то, а? Ой, ё-моё. Так, на чё тут способность нажимается? Странно, странно, странно. Ха-ха-ха-ха-ха.
Опа-на. Все, до меня доперло. О, круто. Стоп, а у этого есть что-нибудь? Офигеть, тут способ... А, она теперь, вы смотрите, у нее способность, короче, она глаза сейчас надует и спустится. Бред. Ну ладно. Так, понеслась. Опа-на. Еще один бородатый. Слушай. Может, ты своего сына потерял, то я его нашел, если что. О, Дота. Он в Доту играет. Давайте его изобьем. Он играет в Доту. Вот он вообще дает. Че он балакает там? Угу, понятно. Я тебя понял. Эскалибур. Мне эскалибур нужен. Опа, опа. Че он, че с ним? Он, а вот все. Ага. Значит, теперь мне как-нибудь надо идти сюда. Стоп. Чего же сделать такое? Давай надуй свои глаза и надо где-то что-то сделать. Угу, бежим сюда. О! Эскалибур. Норма. Во, все, доперло до меня. Пойдемте. Папара пам 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 пам. Я, если честно, не знаю, куда сейчас я поднимаюсь. Но что-то тут, кажется, сейчас интересное будет. Вот прям как пятой точкой чувствую. Угу. Пятая точка меня никогда не обманывала. Ага, о, принцесска, я к тебе. Все, сейчас будет. Сейчас он изменит своей жене. А я знаю. Принцесса, как тебе туда попасть? Угу. Стоп, значит, сосиской тут пока постоим. Поболтай с этой принцессой, развлеки ее. А мы зайдем... Опа, стоп, 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 стоп. Она только что лицо показала. Блин, такой эпический момент пропустили. Ё-моё. Ага, здесь, знаешь, ворот надо как-то открыть. Чё-то мне кажется, наверное... Это нужно... Стоп! У неё ж есть магия. Смотрите, он сейчас шарик надует. Во. Смотри, а чё он с этим шариком делает? Интересно, интересно. Ладно, возьмем пучка и, короче, сейчас дойдем. Угу. Пучок у нас тут самый прикольный. Не, самый прикольный человек сосис, а пучок, пучок, это отдельная тема. О, смотрите, он никак закарабкаться не может. Ой-ой. Ну я кривой, конечно. А. Блин, ко мне зашла мама. Не вовремя, конечно, но ладно. Так. Значит, ой. Спустились мы. Если честно, вот я не знаю, что тут делать надо. Игра какая-то очень логическая. Тут даже непонятно, что почем. Тут даже подсказки не дает. Вот как так без подсказок можно играть? А может и вон. Я знаю, по-любому робот нужен. Он самый тут мэн, самый мэн, самый. Он бегает как Бэтмен. Странно. Смотрите, он еще и прыгает как Спайдермен. Кто он? Бэтмен Спайт? Ой-ой-ой. Ну смотрите, у него еще башка свисает. Блин, он не удерживает свою бошку. О. Опа-на, я так и знал. О. Короче, ей очень нравятся роботы, я так понял. Угу. Угу.
Короче, она все на английском говорит, мне вообще ей бла-бла-бла. Вот и правда, что-то бла-бла-бла. Я вообще ничего не понимаю, что она говорит. Но это ладно. Давайте уж играть, играть, хочу играть, хочу играть. Ну. О, человек сосис пошел. Ты никак закарабкаться не мог, ну спускайся тогда. Че тут? Ой-ой-ой, вы видели, как он рот открыл? Я, блин, офигел. Все, побежали. Надеюсь, ворота открыты. Во, да. Оп, спустились. Стоп, тут TNT есть, по-моему, да? TNT. Ой, это куда? Это куда? О, к дракону. Пойдем. Те. К дракону. Так, я спустился. Я к дракону хочу. О, картинка, сейчас опять поржем. Надуй шар и залети. Так, я не знаю, если честно, как туда попасть. Пойдемте обратно. Зря сюда даже поднимался. Вот. Вот как назло, вот зря, вот правда. Вон туда пойдемте тогда. Еще посмотрим, чего тут. Ого. Угу. Блин, не успел убежать. Смотрите, у нее там есть яйцо какое-то золотое. Вы тоже хотите золотое яйцо? Ага. Ну ща. Ща все будет, смотрите. Угу. Нифига не понимаем. Давайте этим роботом спустимся вниз. Хотя, мы чё, лошки что ли? Надо как хардкорщики. Спрыгнуть с 9-го этажа, сломать все кости и возродиться. Так, побежали, побежали. Спускаемся. Да, чё ты зацепляешься-то? Зачем? Опа, мы спустились, короче, куда-то. Врата дракона, ага. У кого-то надо ключ отобрать. Ща отберем. Так, отбираем ключ. Только у кого... О, картинка, ребят. Во, и... Короче... Все понял. На самом деле, здесь вот это вот, как его зовут? Ну, короче, сосиска. Поднял подмышку и подсунул ему, короче, под нос. Он умер, и он завладел, короче, властью там. Короче, он хакер полный, он понял, он против системы пошел. Тут даже, смотрите, вот сказка даже целая. Жил-был, короче, урод под названием сосиска. У сосиски был... Ла. Подмышка. Фигню только что сказал, ну ладно. Потом он, короче, поднял подмышку, и этот мужик офигел. Потом мужик начал задыхаться и умер. Он посмотрел на него, он умер, короче, редьку перестал собирать свою. И подумал, у меня есть три зубы, он думал, короче, у него есть власть там и так далее. И хоп, он переоделся и стал рыцарем. Так что, такую фигню сделал. Ла-ла, сказал, ла-ла-ла-ла-ла. Так, стоп, там рыцарь. Ой, там нет, пучок. Ой, какой пучок? Я уж путать их начал. Блин, у него башка свисает, надо ему уменьшить, надо это, обрезать бошку. Сделать ему тюнинг. Тюнинг башки. Стоп, мы куда-то бежим. Надеюсь, мы сейчас мяско заполучим. Надо же дракончик накормить как-нибудь. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Угу. О, Мишка. Опять что-то интересное. Угу, это типа их не семья. Да гляньте, я прям вот... Вот сразу видно, что это семья. У маленького ребенка вообще два зуба. У него три, один. Мужик... Смотрите, они по возрастанию идут. Смотрите, у девчонки один. А вон, короче. У бабушки ноль, у девчонки один. Потом у ребенка два. У этого сосиски три. Потом у детка 4, у ребенка 5. Офигеть, семья по возрастанию. Офигеваю я от этой игры. Слушайте, а я где-то динамит видел. Кажись, подзорвать надо, да? Да. Я знаю. Лишь взорвать надо все. Давайте взорвем все к фигам. Так, бежим, 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 бежим. Спускаемся вниз.
Ага, побежали, побежали, побежали. Спускаемся. Мне TNT надо. TNT надо. Чуть долго я пел. Нет, мне надо ТНТ. А ТНТ я где-то, кстати, видел. А вот где? Я даже не пойму, где ТНТ-то. О, ключ от врат дракона. Вон он, как-то убить охранника. О, сейчас она, короче, смотреть, покажет свою попку. Она бы показала свою попку. Ай, ну ладно тогда. Смотрите, охранник. Опа-на. А чё, как убить их? Вообще, чё-то беда. Как их убивать тогда? Ей робот нужен, я забыл, я же соблазнять робота. Ну как же. Принцесски, они все загадочные какие-то. То им там Бэтмена впадает, то там, я даже не знаю, как это все объяснить. Короче, робот тут уже зависел, у него башка теперь онемела. Короче, что-то мы в этой серии вообще ничего не сделали. Думаю, сейчас добегу до туда и все, и хватит. Так, куда это я пробежал? Пробежал я куда? А, все, понял, куда я пробежал. Все, бежим сюда. Значит, спускаемся, все правильно. Не зря я только поднимался. Поднимайся давай. Во, охранник. Я знаю, они не будут этого чувака трогать. Ключ. Мне нужен ключ к дракону. Тун-тун-тун-ту-ду-тун-тун-ту-ду-ду-ду-тун-тун-тун. Ну и смотрите, мэн сейчас такой пойдет. Тун-тун. Ты еще не... Ну понял, понял. Тебе эта сосиска понравилась, да? Сейчас мы, короче, сосиску доведем. Отпусти ты эту фигню. Если, короче, нет, то я не знаю. Я, наверное, в следующую серию тогда посмотрю, что почем тут. И тогда буду играть. А то сейчас я что-то вообще, вообще ничего не знаю. И куда вообще бежать? По-моему, сюда, да? Да. Сейчас мы к этой принцесске подойдем. Сейчас она офигеет этого прыща на пузе. И она откроет ему дверь, и они будут вместе заниматься тетрисом. Фигня-то. Ой, ой-ой-ой, не трожь его. Ах, ты ударил пузатого. Не, слушайте, сейчас будет большая прыщавая ноздря. Ладно, не в тем сказал. Тебе чё, и это не соблазняет? Человек сосисует. Человек мачо. Повернись ко мне. Мачо, и ты увидишь его два зуба. Ой, три. Ладно, что ж, ребят. На этом я, наверное, закончу. В следующей серии я обязательно видео посмотрю и будем играть уж по-нормальному тут. Ой-ой-ой, смотрите, он сквозь текстур прошел. Что с ним? Он застрял в текстурах. Ого, смотрите. И как отсюда выбежать? Блин, и что теперь делать? Блин, ладно, ребят. Я так и знал, что человек-сосиска какой-то особенный. Ну ладно, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. А с вами был Америкошка. Всем удачи, всем пока.